Комплексные тактико-специальные занятия в рамках планового полевого выхода прошли с участием бойцов подразделения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае. По заданию бойцам необходимо было долететь до намеченной точки и выполнить десантирование с вертолета, но не в воздухе, а уже после его посадки. Вертолеты Ми-8 АМТШ предназначены для транспортировки личного состава, а также перевозки различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они применяются сегодня в том числе и для проведения спасательных операций, работы в горячих точках. Машина, собранная на Улан-Удэнском авиационном заводе, помимо технических преимуществ и возможности перевозить различное вооружение, имеет и неофициальное устрашающее прозвище – «Терминатор». Благодаря своей маневренности и устойчивости вертолет может приземляться в любых полевых условиях. В этот раз взлетно-посадочную полосу заменила неподготовленная заснеженная площадка полигона «Красный Яр». В рамках полевого выхода было проведено тактико-специальное учение, в ходе которого моя группа отработала десантирование с вертолета, что является бесценным опытом для меня и для моих сослуживцев. Приземлившись, группы спецназа совершили 5-километровый марш-бросок в точку сбора, где была установлена связь с командованием, отработаны засады, налеты и уничтожение условных диверсантов. К комплексному занятию было привлечено порядка 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц вооружения и специальной техники.